Отделом полиции номер 10 Советский управление МВД России по городу Новосибирску разыскивается подозреваемый в серии преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Подозреваемый подходил к случайным людям в крупных торговых центрах города, а затем в процессе знакомства путем обмана и ввода в заблуждение завладевал денежными средствами потерпевших. 13 декабря в 15:30 на территории торгового центра «Эдем» подозреваемый завладел денежными средствами учащегося одного из вузов Новосибирска 2002 года. Ущерб составил более 16 тысяч рублей. Есть информация о причастности подозреваемого к совершению серии мошеннических действий на территории разных районов города Новосибирска. Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, а также всех, кто пострадал от действий лица, изображенного на видео, просьба обратиться в органы внутренних дел. Полиция Новосибирска напоминает гражданам о необходимости быть бдительными в общении с незнакомыми людьми. Если с вами пытаются заговорить на улице посторонние люди, не соглашайтесь на их предложения. Если вы стали жертвой мошенника, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел. Вовремя поступившие сообщения повышают шансы установить личности злоумышленников и задержать их по горячим следам.